Канцлер Германии посетила Европарламент в Брюсселе, чтобы высказать свои соображения о том, как защитить Евросоюз от кризисов и обеспечить его процветание. Для этого Ангела Меркель предложила, по ее словам, амбициозный и конкретный план еще более тесного сближения стран-членов в финансовой и хозяйственной сферах. Для более успешной экономической и монетарной интеграции требуется общая экономическая политика, сказала немецкий руководитель. Нам до сих пор не хватает политики экономической координации. К примеру, нынешний монетарный союз не создает достаточных возможностей для конкуренции на национальном уровне, которая способствовала бы экономическому росту и занятости и подлежала бы должному контролю. Канцлер предусмотрела также меры по усилению демократической легитимации решений, принимаемых на союзном уровне. Однако депутат от фракции «Зеленых» посчитал ее предложения нереальными. «Госпожа Меркель предлагает план, на который ушло бы слишком много времени», — сказала Ребекка Хармс. «Политику наших стран нужно срочно синхронизировать. Разнобой, вот в чем проблема». Но в целом речь главы немецкого правительства была воспринята благосклонно. Евродепутаты особенно одобрили ее призыв к лучшей отчетности чиновников и ведомств ЕС перед обществом.